Доброго всего времени суток, с вами Дексер, ну и снова клан Фолкс. Так, подбить, ну убрать, ну в целом подбить. Так, давайте, ребят, работать. Сажают камыши, косят траву, 84, нормально. Я пока не могу вот это перенести никуда в помещение, поэтому придется подождать, пока дождь кончится. Надеемся, да? Ну ладно. Так. Что у нас нет? У нас нет палки-копалки. А, у нас ничего нет. Я понял. Камыши где-то рубанули. Камыши где-то взяли. Ну а тут вот вроде есть камышатина, да? Я надеюсь, кто-то пойдет и скосит. Траву пока не вижу, смысла. Грибы так и воняют там. Курица пока бездомная, но это пофигу. Лето на дворе. А раз лето на дворе, можно не париться. Так. Площадь сделали. Не пишет это, да? Кто? А, змей. Змей уныло ходит сажать камыши. Так, ну давайте тут заканчивайте. Нам нужна глина. Нам нужно все делать. Ветки. О, веток нет. Какой кошмар. А, ветки. Ветки есть. Кошмара нет. Ну что, все прекрасно. Кто у нас работать будет? А, и где, да? Но крышу пока не делаю. Как буду делать крышу, там сразу все закончится. А, тут мерзнет 10 слитков, мокнет, и бичок. Ну, как бы голода уже не будет, потому что пошли во все рыбы. Так, змей, наверное, обходит следующее озеро. Да, он сажает камыши. Камыши нужны, когда за неимением травы по-быстрому нафигачить солому надо. Тут чё? Бревно, бичок, железо. А лесопилка. Давайте построить. Ну, колонка, как всегда, вылезла, не пойму почему. Не знаю, просто вам слышно было, не слышно. Микрофон захватил или нет. Пипец. У меня что-то ощущение, что тут камни еще набросаны. Вот правда, я когда строил эту крышу, я, по-моему, все камни здесь собрал. Я вот тут уже рубил. Ну, хрен его знает. Так, питаемся мы грибобасами, питаемся мы рыбой. Ну, в общем, все неплохо на самом деле. А, глины нет. Присмотрюсь. Что такое? Глины. А, ну да. Потом раз опять. Что? А, ну да, блин. День дождливый. Траву делать не могу. Ну, не траву, солому. Вот, блядь. Делать? Ну, пока все, видите, хворостом занялись. Ну, в принципе, нормально. Ты что делаешь? Маэстро пошел, по-моему, камыши косить. Ну, хорошее занятие. Бурно одобрям. Заяц бегает. Змей не вижу. А, змей тут чем-то занялся. Надоело траву сажать, видимо. Ну, в принципе, тут все по веткам еще бегают. Но веток не так много осталось. Сбор веток. О, хорошо собрали, молодцы. Не так критично, как зимой, но тоже неплохо. Мне сейчас надо прям вот соломы, прям надо. А ведь что-то не прет. Камыши еще не выросли. Дождь мешает. И не могу я сюда переносить. Ну, блин. Ну, что тут еще? Давайте в доме они будут жить у нас.
В каком-никаком, а в доме. Забавно, вот тут вот без белого снега смотрится нормально тут пол. С белым снегом прям беда была. Так, пол. Скрипки. Не знаю, положит он под дверь, но я думаю, положит. Ладно, пока не будет солома, где-то... О, выкосили, смотрите, уже так. Неплохо. Ну чё, в этот день, я думаю, я соломой не обзаведусь. Надо, конечно, бегать, суетиться. Ты чё несёшь? А, косилку несёт. Косить чё-то. Так, я сажаю камыши. О, как. Все сажают камыши. Так, давайте там максималку врублю. В принципе, плохого тут ничего не может произойти. Все у нас хорошо. Чем быстрее набегают, лягут спать, тем лучше. Зеленое опять. Купоросное озеро. Так, с курями все хорошо. Курей мало. Надо их за лето расплодить, что видите, зимой дохнут. И в воде плещется. Нормально так балуга нас накопили. Ну и еще, смотрите, им еще холодновато, как бы, немножко. Как бы к следующему зимовью надо бы уже сделать нормальный склад. Ну, пойдет большой дом отстроить, во-первых. Во-вторых, сделать нормальный склад и там крафтильни. Вот эти, которые воды боятся. Сушилки, дом, ну... это дом называется. Ну, короче, плавильня. Да, еще неплохо бы вот эти тоже туда перенести. Ну, да ладно. Я не строю все вот это вот, то, что тут надо, по одной простой причине. Травы все равно нет, там все с травой строится. Компост. Компост мне нужен? Нет, мне компост не нужен сейчас. Так, все спят, курицы бездомные гуляют. Одна курица бездомная гуляет. Дайте угадаю, это петух, нет, это курица, не сушка. Видите, подстилки нет, она, идите нафиг. Я могу вот это разобрать. Давайте сделаем. И всего 4 курицы. Погодите, я нажал разобрать, а кто это проделал? Все, дождь кончился. Отлично. Змей куда-то побежал. Ну ладно, они сейчас все сначала по воде, по сортирам там. Ну, Алинка вон ловушками, по-моему, занимается. А кто рыбу повыкидывал? Вчера, причем еще повыкидывали. Так, Тексер пошел солому хрен начать. Молодец, молодец. Ну, тут прилично еще делать. Что-то для, так сказать, для галочки, а что-то прям нужно. И смотрите, сразу бичок пошел делать. Вообще молодец. А теперь куда? Ну ладно. Куда? Куда надо, туда и пошел, да? Какая вам разница, куда он пошел? Так, зайчатник, я думаю, не буду выкашивать. Слушайте, а тут трава выросла. Ее коси, не коси, а она все равно вырастает, да? Что думаете, я делаю? Я пытаюсь увидеть, косить траву. Да чего тут травы косанем? Аня, смотрите, выкосил. Выкосил, лысая. Так. Травы надо много, соломы надо много. Фигачьте, ребята. Ну, камыш пока не вырос. Я понимаю, что открыто доски. Это прекрасно. Доски. А лесопилку построили. Чё? Доски-то. Опа. Доска. Давай одну сделаем, посмотрим. А ветки из чего делаются? А, из бревен. Неплохо. То есть из чего мы этот вот из конского количества бревен можем ветки пилить? Ну, понимаете, не совсем ветки. Технически-то. Ну, да ладно. Открыто мульча и опилки. Ящик для слитков. Неплохо. Ну тут уже прям завал, смотрите, ладно. Ящик для слитков. Поддон для досок.
тоже давайте как-то. Потом для вас где-то рядом давайте, фига, чем вот тут. Че еще? Кузня. Изготавливает железные предметы, открывает кучу всего. Дайте угадай, она тоже не должна стоять под открытым небом, а? Ну я поставлю, там видно будет. Еще все это можно перенести. Пол. Мульча. Пол из мульчи? Да вы издеваетесь. Слушай, а что ты за доски принялся за эти? А, все готово. Камни откуда таскают? Я вроде камни никакие не сдавал разбивать, а они тут таскают. Так, он Кира фигачит солому. Прекрасно. Солому надо. Давайте мы еще курицам подстилочкам фигачим. Так. Ну что точно было. И пока больше ничего не буду делать страшного. Так, тут что? Открылось 60. А что не делаем? Уголь-то надо делать. Камень куда-то понятно. А, инструмент делает. Ну, видимо, чтобы кто-то занялся производством. Так, траву всю извели. Ну, инструмент. Хотя нет, слушайте, как нет, косилка-то есть. Вон там где-то траву косят вовсю, я смотрю. Косите. Солома нужна в безумных количествах. Тут что у нас? Ни хрена у нас тут нет. Блин, а тут трава хранится же, да? Да. Солома 55. Ну тут все, крафт пошел вообще напрочь. Сейчас все инструменты будут. И кирка, пожалуйста. Что там еще осталось? О, это я. А это моя одежда, если что. А все, комплект силков и все. Каковыми я не пользуюсь. Что такое? Груда железной руды. Железной руды нет. Что схватил? А, ветка схватил. Ну это комплект силков очередной. Аренда бежит. За силками? За ними. Правильно. Сам кролика не поймаешь, никто не поймает. 4 доски на одной дело. На доску у меня 2. Давай еще. Сюда надо доски, да? 4. А, нет, доски. 10. 12. Так, чтобы было что и положить. Ну что, 16 солома. А что никто не делает? Ну ладно, видимо, не хотят. О, нормально, уголь попер. А, ну да, смотрите, сено сюда, солом сюда. Мне показалось, что это один блок. Ну ладно. Мульча. Для дубления и красивых дорожек. Для дубления. Ладно. Для дубления пока тут ничего интересного не открыл больше. Ну, компостную фигню, возможно, нужно открыть. Давайте. Компостная фигня. Я уже прям выхожу за пределы, но потом буду что-то с этим делать, видимо. Что тут? Очень много всяких. Так, кирпичи пошли. Еще уголь пошел. Нормально. Сейчас бегают, бегают. Строить что-нибудь. Так, тут что у меня? Тут еще прилично. Но тоже надо доделать. Раз уж поролись в солому. Раз принес, бросил, ушел. Это что такое? Семена травы. Здорово. А че никто не подбирает чепчики там? Что такое? Никому не надо? Ну вот это чепчик надо. Этому надо.
странное. Ну ладно. Я всем сошью. А там хотите носить, хотите не носить. Дело ваше. Так, что у нас тут? Вроде все инструменты есть. Сейчас сезон скашивания травы закончится. Полдня. Бегаю, бегаю, шить побежал. Ох, любит шить. 6 парков. Ну, парки у меня только из мешковины. На самом деле. А салон, смотрите, куда-то расходится. Прям очень хорошо расходится. Не пойму куда, но прям бежит. Ну, пока хибарка у них так себе, согласен. Ну вот, блин, будет хорошо. А, опять дождь пошел. Все, хана соломе. Так и не сделали. А, одну подстилку сделали. Ну там крафт одежды. С досками закончено. Но при этом досок нет. А, вот сюда их принесли. Потому что это немного. Там куда-то шкуры нужны. Все суетятся. Булуганы, кстати, здесь лежат. Я не знаю, где они булуганы докапывают. Я вроде не назначал булуганы докапывать, но не докапывают. Бревно понес. Куда понес? Что-то строить пойти. Ну да. Хранилище-то если... Дождь. Весна выдалась дождливая и противная. Там построено. Тут что? Нормально. Так, ты что побежал? А, ну тут такой склад для досок. Склады камней у меня полностью уже завалены. Доски бросил и бежал, типа пошло он нафиг. Так, крыша. Не, крыша интересная, до сих пор нет, я не знаю почему. Открыто место для фекалий. Я просто обалдеть, прям фекалии хранилище. Давай тут будет храниться. Корзина для навоза. Я не вижу, где корзина для навоза. Не в готовке же она. А, оно крафтится. Все, я понял. Ну, давай, что-то сплетем. Куда-нибудь пригодится. Опять дождь. Ну, вот задрали с дождем. Давайте я максималку включу, потому что, ну, ничего интересного не происходит. Я, правда, не пойму, почему они ни киркой не машут, но, видимо, косят. Нет, никто не косит. А что вы делаете? Камыши сажаете, дружно. Ну, кто-то сажает. Ну, ладно, когда-нибудь все посадят. Тоже надо. Кто-то же должен сажать камыши. Ну, весна, конечно, да. Да в дождичек-то она может. Ну, может, лето будет таким красивым, безоблачным. Не знаю. Травы, кстати, не вагон. Вот, смотрите, солома прям вся улетела. Курица довольно сильная. Под дождь не выгнали. Это, подудел на дудочке на улице. Две дудочки есть. Какой-то инструмент бросил, какая-то жаба. Какая жаба инструмент разбрасывает, да? Каменный серп. Почти ушатанный, конечно, но все равно. А грибочки еще не съели. Грибы вечный продукт. Они, по-моему, хранятся бесконечно. Так, слушайте, а я кирки-то сделал? А я сделал? Оу. А ну-ка. А ну-ка, глины соберите.
Не свет, не заря, выходи такие печальные, а на работу гонят. Кто у нас киркой помахать не дурак? Ну-ка, змей, давай ты киркой будешь помахивать. Так, все на очки в очередь, правильно. Че еще утром делать? В дождь-то. Темно, ливень, холод от ветра. Пока весной это дубак. Но чепчики не беру. Кто без чепчика? Тут ты без чепчика, да? Змей. Змеища. Чепчик я. Давай. И не бери. Я не думаю, что он возьмет. Но я назначу. По-моему, он шел на трубочке дудеть, а его отвередили. Уголь портится. На улице. А у меня углехранилища пока нету. Сейчас посмотрю. А нет. Ну, я тоже могу это куда-то в помещение задвинуть. У меня пока нет. Видите, сколько строить надо. Пипец. Ну, уголь весь уходит, на самом деле. Так, тут что-то делают, по-моему. Он, блин, пошел. Тут можно было косить, ну ладно. Строить и строить. Процесс идет, и это прекрасно. Что-то там делают. Ну там уголь скрафтился. Смотрите, а глина-то прям на ура пошла. Ну да, мне же кирпичи нужны, мне все надо. Глину прям надо собирать, собирать и собирать. Все зафигачили, а надо еще. Но тут сбор глины, он бесконечный. К счастью, он ничего не истощает, яму не копает. Это дырку бы забить так. Неудобно еще ходить людям. Зато дом пошел строиться. Крафт встал опять из-за отсутствия соломы. Что строим дом? Ну тут много еще полов строить, еще стены строить. А потом будет шоу с крышей. Потому что крышу тоже строить. Из камня. Другую крышу, я не знаю, почему нет деревянной крыши, черепичной крыши. Потому что вот это вот, это же черепица, а не плитка. Почему? Деревья цветут. Почему это не плитка, почему я не могу пол из плитки сделать? Есть что? Ну, лен понятно. Кувшин со льдом еще более понятно. Камин построить, коптильню для мяса. Не написано, что открывает. Что-то открывает. Ящик для слитков. Вот пошли гвозди, серпы и так далее. Интересно, но это потом. Блин, тут прям вот гора. Может быть, без металлических инструментов я не могу крышу делать еще чего-то интересного. Но это странно. Но гвозди? Может, из-за этого. Что тут у нас надо? Давайте построим. Пусть будет. Даже потому что если я в зиму уйду вот в этот садим дом, меня перезиму. Это уже нормально. Мне не страшно, если этот дом к зиме не достроил. А я, скорее всего, не достроил. Да, у меня народу стало в два раза больше. Ух ты, как-то стену-то фиганул. Прям молодец. Ну, а тут даже окна есть, смотрите. Окно. Прям в стройку, прям ура-ура. Чё, не хватает чего? Ну да. Чё по глине-то? Копаем. Чё, глину всю выкопали опять? Ну-ка ещё копните.
Что-то вся глина, которая пришла, вся и ушла сразу. Рыба нормально. Никто не копает. О, траву несут. Ну, пока дождь, трава копится. Как дождь кончится, они сейчас себе солому наделают, и будет счастье. Я просто прям в сомнении. Может быть, мне здесь стоит подождать и сделать там деревянную крышу, черепичную крышу. Чего я буду каменную делать? Каменную хренею делать. Камень удалбил с колен место. Поэтому каменную-то я, да, еще могу сделать. Но тут я уже без куриц буду. Камин буду. Все такое. Ну что-то никто, смотрите, киркой никто не машет. Я удивлен. Мой бегает, строит вообще. Ну там кирпичи. А, ну все, кирпичи тоже приехали. Дощатую дверь на вход, нет? Ну, бегает, старается. Так, копаю. Смотрите, полусотнями идет. То есть я глину сотнями извожу. Опа. Змей наконец решил взяться и пофигачить. Молодец. Ну, полы. Половину полов сделан. Кирпич куда-то отнес. Тут же вспыхнуло, что все, кирпичей-то больше нет. Давай, заканчивай тут и... А я тут сделаю на самом деле еще две. Правда, большой вопрос, куда делать дырку, да? Сейчас, ладно. Ну, тут либо вверх, либо сюда. Так, я плитку вроде, да? Оу. А, и стена. Вот так. Даже, наверное, вот так. А сюда дверь. А что, да, пол там делаю. Да. Отмень последний. Вот так. А я тогда не смогу сделать дверь. Не, вообще не смогу. Смогу. Так. Вот так. А тут дверь. И как бы пещеру. На самом деле более толково было сюда вот сделать его здесь сбоку, но так тоже ничего. А это под крышей, да? Горная крыша. Погодите, а эта горная крыша мне какую-нибудь гадость не сделает? Крыша ты крышей. Так, отмени постройку. Ну что такое, там ничего не построили, иди ты нафиг. Не отменяется. Ну ок. Просто там крыша горная, не моя. Так, давайте вот так. И стену... стену, дверь здесь. Так. Дверь. Вот. Вот тут точно под моей крышей будет, а там под горной.
тогда получается жерел чего тут делать? Что, дверь туда, в склады? Так, кого-то замочили. А кого? А я знаю. То есть заяц попался, видимо. Прекрасно. Так. Ну чего, ночь. Все прячутся. Питаются рыбой. Шашлыка нафига. А кого они съели-то? Какой-то давно назначенного зайца, что ли? Я даже не знаю, прям. Так, чепчик унесли, кстати. Прекрасно. В очереди тут осталось немножко портков. Ну и там по одному всякого. А тут скоро может быть приниматься за крышу, но я подожду. Я сначала тут построю. 50 кирпича. И ко мне тут напер. Просто чума. Че с веточками? Ну, немного. Так, что с бревнами? Ну, так, не сказать, чтобы дофига. Давайте, веточка спилю. Расход по веткам небольшой. Ну, я прям не знаю. Не факт, что стоит отправлять народ собирать ветки. Может, попросту. Компо. Че, не достроили? Солома, мешок. Ладно. Не знаю, зачем мне это надо. Мешок тогда еще один надо. Кстати, не тащит мешок почему-то. А как будет торговля, я, наверное, семинальна прикуплю. Наверное, это так будет работать. Тут можно наемничков привлекать безработных. Но я что-то не уверен, что мне это надо. С другой стороны, почему нет? Искал вакансий. Бум. Построю, снесу или там выключу. Так, бревнышки пошли. Ну, ветки. И быстрее крафтить туда, да? Ну, солом поперло. Обход ловушек. Прекрасно. А куда блоган-то пошел? Мне прямо интересно. А, сюда. Ну так мимоходом все идет. А, это сюда. И корзину пусти. Тоже молодец. Что там кроме корзины? А ничего, там только корзина. Сколько этих-то еще надо? Комплект силков. Ну давайте сделаем еще. Мечок зачем? Давай. Солома? Солома есть. Ну, можно накрафтить. Остальные прям бегают, бегают, бегают. Вроде что-то заняты. Я так смотрю, косят? Ну, косят, наверное. Сколько там тех силков-то еще? А это что за яма? Она была? Еще не помню. Могилку еще ни одну не сделали. Ну сейчас крафт чё. Шкуры пошли. Шкуров-то нету. Слушайте, зайцы попадаются. Значит, да, в силки. Ну, судя по тому, как тут набросано. Судя по количеству шелков, зайцы в силки попадаются. Постройка готова. Фигачьте, фигачьте. Это все надо. Я, правда, не пойму, почему кузница не кузница. Но у него вот поэтому. Схватишь? А он глину оттуда тащит, да? Нет, не глину. А непонятно, что тащит. Опять дождь пошел. Все, солом и все. Забавно. А, он солом в компостную кучу заложил.
это что сюда класть? То у меня столько еды. Может быть. Сырая рыба, между прочим. Не знаю, где брать. Яйца. Тесто. Корзин для навоза. Полный ночной горшок. А, это все список. Копченая рыба. Ёлки. Как все интересно. Смотрите, корзин для навоза уже так. Молодцы. Так. Почему вы кирпичи таскаете сюда? Вот у меня уровень 10 строительства. Как тебя? Вот, уровень 10. Строите, может быть, нет? Они строят дом почему-то. У дома уровень не 10, у дома уровень 5. Родился ребенок курица. Здорово. Привет тебе, ребенок курица. Блин, снова кабель, да вы задрали. Молот. Освободи место. А, мокрые грибы, мокрую рыбу принесли. О, стену построили. Ну ладно. Что с вами сделать? Тут такой травой окружено. Пипец. Ну что, стройка века продолжается. Камнями все забито. Откуда камни несут, я не помню. Я же больше не задаю им копать. Набросали где-то раньше, а что раньше не носили. Странно что. Так, глинище несет. Полы делают. Вот, блин, вот эта разница срочнее. Мне кажется, более срочно. Нет, не траву. Траву не косить, собирать глину. Молотку забили. И давайте травы покосим. На ближнем водоеме. А потом посадим. Мясо валяется. Ну это сейчас уберут, я думаю. Там просто трава сразу будет хорошая. А тут сухо. Кстати, тут вода, а тут сухо. Здорово. Вот здорово. Прям сразу видно, где чего. Ну и там, да. Там. А давайте сразу этим займемся. Так. Давайте камень. Вот так. Проклюют. И я там воткну тогда вот эту вот крафтильню. У меня тогда уже будет производство травы всегда сухое. И я внутри этой горы буду пить. А к ней дом пристроен. Здорово. Несушка смерть от старости. Я к чему? А скоро нести снег он будет. Пожилой. А, то есть скоро сдохнет. Блин. Вам лучше снести яйцо женского пола. Они, правда, этого не хотят, ну ладно. То есть у меня курица кончится скоро, видите, как неудачно. Одни петухи плодятся. Я не знаю, от чего зависит, но... Ну, это рандом, понятное дело, но я ни одну курицу не съел. Я съел петуху. Фьюзиум плодились петухи, и сейчас плодятся петухи. И хреночит, молодец. А инструмент у меня тут не пишется, да? Я просто это. Че у меня по киркам? Кирки каменные. Давайте кирку каменную еще сделаю. Пригодится это. Ну что, смотрите, скоро можно переносить. Еще две выбит. Алинка просто сидит. Че пришла-то? А, гравий унесла, молодец. Там гравий-то, гравий там есть. Сейчас еще кирку сделаю, потому что работа. Маэстро пришел. Что-то убрать надо, да? Все, сейчас уже упаковываем, переносим.
И мы соломой будем снабжены просто всегда. Потом сушилки туда перетащу. Потом склад туда перетащу. А. Так, надо построить склад. А у меня есть склад камней. Общий склад, спасибо. Так. Валун есть. И что ты делаешь с этим? Из бревен, хорошо. Давай вот так сделаем. Постройки. Ну, склад камней надо делать. А, разобрали. Давай. Молотил. Ну чё? Схватил, понес, молодец. Интересно, а очередь производства останется с молотильцем? Да, осталось. Прекрасно. Ты сейчас под камни сделаю. Дыку от камни складу. Ого, о. Ну, правда, 6 камней, смешно, да? Ну, тут уже пещера, уже хорошо. Меня прям радует. Туда можно хранить, уголь относить. В залу не знаю, надо не надо, но на улице страшной силы. И вот эти шкуродельные все дела тоже туда надо. Так, а змей пошел работать. А Кира пошел, отнес и что-то крафтит. А что он крафтит? А крафтит он... солому, которой мне не хватает. Это нам все перенесем. Все будет. Ну просто солома теперь, вступление соломы непрерывное. Это прекрасно. Так, камни носят, молодцы. Отсюда будет носить? Нахрен вас знаем. Мастер, чуть дальний камень взял, ну ладно. Так, а теперь давайте склад. Общий склад. И вот тут я сделаю очень просто. Он будет чисто угольный. Блин, там проще указать, что разрешить, чем что запретить, да? Выключить все. А, вот так. Я молодец. Вы куда семки принесли? Уберите нафиг их отсюда. Ну, по идее, уголь должны туда унести. Соберите кто-нибудь, змей там сидит, было ухает что-то. Так, солома поперла. Отлично. А никто не хочет унести оттуда вот это вот. Вот это вот вон то. Нет? Уголь запретить. Все, уголь будет храниться в хороших условиях, я надеюсь. Когда семки оттуда уберут, что-то возьми. А семки... Я запретил семки. Они там лежат. Кто принес, зачем принес, хрен его знает. Смотрите, стены готовы. Я специально не буду ничего сдавать, строить. Глина 180, живем пока. Так, все, ночь, мотаем. Я хочу, чтобы построили всякое вот это вот второстепенное. Ну, им кажется, что второстепенное. Так, что с киркой? Есть парочка. Тяпки какие-то есть. Топора не вижу. Топора не вижу. Посмотрим. Топор есть один. Две кирки. Две косилки, один топор. Топор давайте еще. Косилку нужно? Ладно. Не знаю зачем, но вот хотят. Железо надо. Ну, мешок, понятное дело. Ну, сошьют когда-нибудь. Тут уже ведь процесс уже до мешка дошел. Давайте еще мешок. Я не знаю, куда он, но он куда-то. Вот. Если открытие кузницы не... Ладно, гвоздей в кузнице не даст крышу какую-то другую, я тогда буду каменную делать.
Не скажу, что у меня булганов много, ну а что делать? Надо. Так, маэстро прям побежал. А что он туда побежал? А, кто его знает. Пришел, стоял, ушел. Так, этот портки продолжает делать. Кстати, смотри, портки расходятся, ну ура. Чепчик, правда, ничей не режет. Но опять-таки кто-то, да и... устроит. Что по курицам? Ну ладно, живой еще, пожилой, но так. Так себе. Давай, труселя. Опа. Что там еще? Еще четверо труселей. Ладно. А для этого надо солому, правильно. Нравится мне этот сортир, окруженный такой высокой травой. Что тут вот это делает, а? Уберите кто-нибудь. Опа, молодца. Тут еще вот зола. Древесная зола. Для удобрения кожи удобрения. Ну давайте я тут жахну еще вот так. Добывать гравий из пола. Забавно. Вечно что? Так, ладно. Общий склад. Бум. А, и... Забрать все. Зола. Зола. Все, давайте. Так. А что это с киркой-то? Тут же над другим люди работают. Нет? Ну ладно. Строить надо. Я понимаю, что соломы нет, но строить-то надо. Ну, потихоньку перетаскиваем производство. Оно, собственно, и надо. Так. Работа, добывать камень. Есть такая работа, добывать камень. Давайте расширяться. Там прям надо работать, да. Так, что делаем, что делаем, что делаем? А, продолжаем рубашки делать, я понял. Ну, короче, пока он с труселями не закончит, то безнадёга. Так, навози выносят. Так-то все в процессе. Там маэстро взял с киркой махать руках. Просто 900 соломы не заканчивается. А мне надо двери, да? Все надо. О, кстати, солома на двери пошла. Отлично. Трое кирками машет. А че нет? Ветки. Веток нет. Так, а сбор веток, кстати, работу. Не буду пока рубить деревья. Тут, кстати, сбор веток такой. А ветки-то у нас тут не вагон. Ну все, нормально будет сбор веток задан. Ну чё, а кто-то будет строить? Так. Ух ты, как все. Непросто. Ну, сейчас вот это уже закончит. Я сюда в одну плавилку. Кто еще дождя боится? Вроде остальное не боится даже. Пум. Давай. Больше пока свирепствовать не буду. Остальное просто дождя не боится. Можно пережить. Ты трусов набросал вокруг себя. Ну, сейчас этой эпопеи немножко с соломой поутихнет, сейчас веточек натащит. Ну, все будет. Я, правда, не пойму, почему они вот стали синими, вроде как им все принесли, да? А на самом деле нет. Что ты прям упороться решил, да? Ну, чё тут не надо. А он упарывается в эту штуку. Ну давай, жилетка сшита. Меховая накидка сбора. Зимой не замерзнем.
Ну, они, она тут же делается, я правильно понимаю? Накидка из мешковины, меховая накидка, здорово. Ну, давай по одной сделаем. Не знаю, кто будет это делать, но пусть будет. Просто крафтить надо, правильно. Так, солома продолжает плодиться. 60 солом — это уже неплохо. Не, ну все, он не отстанет. Давай пониже эффективность поставим. Не горит на самом деле. Хотя, пускай. Так, курица. Не несутся собаки. Сдохнуть хотят. Ну, короче, если курица сдохнет, я хат съем. Нафига мне нужно с ним хлопать, если у него толку никакого. Семок вообще вагон. Нет, а вот склад. Блин, запрещенные семки, но никто этим не занимается. О, что-то понесли. А, сушилки. Отлично. А, и домницу уже, все. А что стоит, крафтит? А, змей бегает, работает. Кто больше не работает, а змей работает. Так. Ага. Делать хранилище для одежды, я его сразу сейчас перенесу. Одежду нечего на улице начать, правильно. Но оно маленькое. Корзина для одежды, она мелкая, блин. Так. Дайте сюда. Ну, смотри, сразу запаковали. Молодцы. Здесь забросано все одежда. Так. Так. Если есть из чего, то десятка. Вот так сделаем. Тут. А, ну тут производства нет, все. А, студент. Отлично. Ну смотрите, мы все водобоязненное унесли внутрь. Прекрасно. Только вот солома опять нет. Тащит, кстати, одежду. Тут 6 одежд, а ёжик помещается. Что-то одно не поместится. А вы давайте одевайтесь. Чё-то не спешат одеваться, да? Тут чего? А тут все, брошь, чего? Ну чего? Да хватит в дудочку тут дудеть. Дудят они в дудочку. Работаете, ёлки. Тут есть очередь производства? Да, есть. Топор, серп. Ну, я думаю, прямо сейчас уже должны начать чем-то нормальным заниматься, ёлки. Ягоды. А, слушай, какие ягоды? Весна. Никаких ягод. Грибы, может? Чё желтое такое? Нет, траву косить. Нормально. Чё-то работа встала, вам не кажется? Смотрите, мой что-то тут в носу ковыряет. Ам, 24 соломы. Давайте я всё-то жахну в максимум. Ну, вот это давно в максимуме. Ещё кто её строил, да? Маэстро там что-то с киркой бегает. Я не понял, я чего, прям столько вам задавал рубить всякого. Змей мой? А, это Кира стоит. Текстер что-то вообще ходит там, фигню занимается. Бездельничает, сытый понос, развлекается. Стыдно в природное испражнение. Траванулся, бывает. Ты что делаешь? Сыт, развлекается, бездельничает. А, короче, непонятно, короче, какая-то фигня. Может, надо было сортир это по отдельности сделать, а не армейскую такую ямку. Ага, я понял.
Никто ничего не увидит. Давно бы сказали. То есть они, им не нравится вот такая армейская система. Ладно. Кто бы был против? А я только за. Сейчас штатный строитель все сделает. А, не доделает. Ну да ладно. Как минимум пара ямок есть. Никто ничего не видит. Все хорошо. Поэтому прикольно, все-таки рядочком общаются. Что Алинка там делала? А они снимают одежду, когда падают спать? Ну-ка, нормально. Так, курица тоже дохнуть собралась. Нет, смотрите, пожила еще нормально. Все, все спят. И цыпленок бежит. Цыпленок, ты это, тебя жрать. Петух взрослый. А петух... А, я же старого съел, я более молодого оставил. Я понял. Так, убрать. Веток нет. Я понял, опять же, ветки надо. Давайте настроим. Веток должно быть минимум сотка. Ну, бревен прилично. Я все жду, когда они сделают. То есть, вроде, смотрите, и солома есть. И лапы есть свободные. А они все не делают. Вот что-то. Ну что, теперь довольны? Ну, понятно, что у него понос хочет выпить, все дела. Слабый свет, слабый свет. Ну, да, у них там темновато, я согласен. Значит, пока стремаюсь поставить освещение полумрак. Напомню, как воспринимаемость средняя. Скрыть не работает дождь. Не, ну... Ну, такое. Ладно. Не буду, там страшно ставить. Серьезно страшно. Оп, оделась. Накидочку зафигачила, и в дождь пошла, молодчина. Вот он для чего. А это меховые накидки. Маэстро. Алинка и маэстро самые хитрые, они в накидках бегают. Остальные все мокнут под дождем. А смотрите, одежду набросали сколько. Засранцы. Давайте что ли еще сделаю. Ну, я не знаю, они будут туда класть, не будут, я поставлю. Ну что, работать будете? Ну там ветки поперли, я вижу. О, семки наконец сдох. Стухли. Так. Растениеводство, культура, камыш. Садите. Да, все. Травы нет? Ничего нет. Может задать, чтобы покосили траву? Тут, блин, кролики живут, я что-то им стремаюсь траву косить. Ну, тут можно. Ну, камыши можно, конечно. Вот как-то у нас работа-то стоит. Ну, а шмоточки носят. Молодцы. Туда-сюда таскают. Правильно, нечего разбраться. Ну, порядка прибавилось. Я вот не вижу, что тут крафт шел. Стой. А, не, нормально, есть. Ну, что буксуешь-то? Ну, правильно, потравился. Маэстро, что? Не нравится работа. А что тебе работа-то не нравится? Маэстро. Тебе не нравится крафтить. А, и ты пошел крафтить, да? Серьезно? При том, что я там сделал... косить траву, он пошел крафтить. Странный человек, очень странный. Так, косилку сделал.
А для чего бечевку-то? Я сделаю, конечно, не вопрос, зачем. Железная руда, ну это понятно. Так, солому разобрали. Курицу там нестись, не думаете? А тут 23 градуса теперь, жара. Слушайте, бегают. А толку-то, блин. Кстати, ускорю пока тихо, хорошо. 44 уже солома, уже можно крафтить. А, вы бечевку дайте, по-моему. Я не пойму, почему это не строят, смотрите. 40 кирпича. Что, когда 50 наберется, что ли? Ждут. Или как? Или что? Глина есть. А, я понял. Глины нет. О, дверцу сделали. И тут темень жуткая, да? Тьма египетская. Так, ну давайте освещение, что за это зарядим. Темнотища. Кстати, было светлее, по-моему. А, дверь построили, стало темно. Вот так. А никто не хочет проклевать там. Что-то они бегают, так смешно забегают. Погодите, вы в темноте не работаете, да? Ну, может, сделаю. Тоже бечевку нужно, кстати. А что, бечевку уже сделали? Давайте еще сделаем. Ну, смотри, тут немного осталось, да? А, косилку давайте. Раз надо. Я что, я сделал, как бы, выполнил все требования, да? А зажигать кто будет? Что-то принесли, и никто не зажег. Зажечь никто не хочет. Они заходят и выходят. Ну ладно, там темно, а делать-то надо, что, нет? Так, торговля. Знак виден. Торговцы придут утром, торговцы идут вечером. Хорошо. Вот все, освещение врубилось. А у этой штуки нет воспламенения. А, вот есть. Высокая. Блин. Может пожар быть. Вообще фиговое место. Перенес. Ну там скосить, там ничего не воспламенения. Сюда я прям факел воткнул. А, погодите, факел. Зачем мне факел? Пожар! Пожар! Тушить! Тушили. Вот такой вот он. Так, давай вообще максимум. Из кувшинов поливают. Молодцы, да? Уголь горит. Открыто добавить удобрение. В каком месте открыто? А, посадки. Что построили, не знаю. Ну переносить давайте. Оп, унес, молодец. Давайте вот тут 10 сделаю. И понес склад. Только понес изверг. На склад, что ли? Не надо на склад. Делайте, давайте. Смотрите, они что-то перестали работать, видимо, из-за темноты. То есть я как поставил дверь, там стало темно. Ух ты, как я засиделся. Ну, а весна-то еще не закончилась. Но весна дождливая, сволочь. А смотри, опять всю глину размотали. Да елки, а, там есть. А, мотыга. А я косилки делаю, да? А я косилки все делаю. Косилок у меня уже море. А мотыг нету. Я смотрю, вроде косилка.
Странно, тут штука не горит. Не горит. А, ну да. Потому не горит. Что такое? Что-то тухнет? А, ладно, точку. Курица пробежала, сожрала траву. Я видел. Несушка. Блин, дохнет несушка. Точно без курей останусь? Опять дождь, его задрали. А никто не идет делать? Не, никто. Факел никто не идет чинить. Вот у жабы. Ну ладно, глина будет. А чего у меня глина? Вот так ты. Получается жалование. Один. Не виден. Не надо мне рабочих. Вообще не уперлись. Так, там кого-то съели. Ну, видимо, кто-то в селок попался. А никто не хочет поставить там светильник, не? Там же темно и страшно. Что, таскать таскают, а толку никакого. А, вот, принесли все, молодец. Теперь кто-нибудь зажжет его, и там будет светло. А вот стену надо вот так вот делать. Ой, стену, крышу. Блин, ну мне пока не строят. Доски, 10 досок. Давай. Доски надо. Че бегают на береганке? А, наверное, делать все, да? Блин, а вы зажечь не пробовали? Говорят, лучше делать, когда светло. Так. Элиза, наверное, идет поджигать, да? Не, нифига. Элиза вообще не понимает, зачем идет. Четыреста травы. Красота. Щебни, правда, еще больше. Я даже не знаю, куда его девать таких количеств. Ну, я тут дорожки, конечно, мощу. Нет. Капля в море. Понятно, что можно вот тут дорогу проложить. Так, опять глины нет, да? Ну, просто не копают, я понял. Что такое? Прибыл торговец, нажимайте, чтобы выбрать. Опаньки. А, на паузе. Все хорошо, хорошо. Самуэл, что ты мне хочешь продать? Купить. 10 монет. Сена. Связка овса. Связка льна. Вот это интересно. Ну, продать. Давай продам. Купить. Связку льна. Чё? Ну ладно. Сена. Связка овса. Овес не знаю. Ну, торговцы еще придут, так что все нормально. Семенально. А, семенная стебля. А что хочешь, производи, да? Ты тогда это. Хрена еще что есть, как говорится. Неплохо, прикупили. Денег не особо потратили. Ну, что-то продали. Здорово. Блин, они не хотят зажигать. Вот, блин, вот не хотят и все. Давай, 10.
Так, лен потащили, молодцы. А лен мы еще и посадим. Я пока не знаю, где будет огород, я пока на халяву тут сделаю. Там видно. Давайте. Мочильня для льна. Давайте вот так, а там видно будет. Построим мочильню для льна. Наконец-то. Я думал, где-то в воде делается, да? Ну, типа, да. А получше места нет? Вот. Ну, просто я не хочу камыш. Камыш, конечно, кашу. Зажгли. Молодцы. Свет от огня, горная крыша. Темно, там темно. Открыто лен. Да вы что? Да правда. Оу. Ну, по, как посеете, так и будет вам, да. Мы рванули в это. Самуэл все, иди отсюда. Так, производство есть. Все хорошо. А руды нет. А для Куинса нужно железо? 10 литров. У меня есть 10 литров. У меня есть 5 слитков. Понял. Я понял. Сейчас добудем. Вот так. Сушеные стебли льна. Прекрасно, прекрасно. Я так понимаю, мы здесь их производим, нет? Нет. А где мы производим сушеные стебли льна? Тайна. Я даже не знаю, где мы это делаем. Связка льна. Ну, делаем. В молотилке готовят. Сушеные стебли льна, я даже не знаю. Одежда. Хранилище. Тут? Тут? Нет. Хрен его знает. Ладно, где-то производят, видимо. Видимо, само высох. Когда-нибудь. Тут что? Конечно, здорово, количество какое. Ну, он там есть, но сколько, я не знаю. 40. О, дерево снесли, молодцы. А тут все тишина. Ну, я потому что до сих пор не построил кузницу. Я пока не знаю. Никто не добывает. Ну, сейчас сделают огород, короче, я посажу лен. Почему нет? Так, а тут надо сделать освещение. Вот так. Давай. Тут тоже важность пипец. Не знаю, чем его заправляют. А чем заправляют? Соломой. А, понятно. Блин, еще на это солома идет. Офигеть. Тут в накидке бегают. Но уже не темно, уже хорошо. Хотя, конечно, да. На освещение-то я много потрачу. А я могу окно сделать? Ну, в принципе, видите, стена выходит в эту штуку. То есть окно я могу сделать. Кстати, вот эту стену я мог не делать. Перемкнул нормально. Ну, я хотел тут дверь сделать. Давайте посмотрим. Окно. Окно. Черт с два, надо стену ломать, тогда будет окно. Тогда будет светло. Интересно. Попробуем. Вот так. Пум. Заправил, молодец. Ну чё? Никто не занимается. Собаки.
Ну, я не знаю. Где, в чем, в крафте ты это? Сушилку для льна или как это? Домница, угольная печь, все есть у меня. В одежде нет. В этом нет. В зверях нет. В где? Не понимаю. Ну ладно. Пытается поджечь хрен тебе. Так, погодите, а там может быть какие-то специфические условия? Место для шитья. Это овес. Золото понятно. Огнеупорная вентиляция тоже понятно, это все будет. Кузня. Вот это надо, гвозди, мне кажется. Ну просто, ну у меня есть. Лен у меня есть. Стебли льна. А дальше что? Молотилка? Ну она это как делает? Солому все фигачим, да. О, заканчивают уже. Молодцы. Не понимаю. Сейчас дырку проклюют, я сделаю стену, а в стене сделаю опять же дырку. Ну, окно. Может будет посветлее. Отлично. Стена. Пум. А в стене окно. Не делается. У нас сначала стену. Хорошо. Ну, там внутри стало светло стало. Кого-то распотрошили. Кролик очередной. Ну, смотрите, силки работают. С силками все хорошо. И сушится. Молодцы. Тут что? Тут мало. Отлично. Знаешь, что самое смешное? Я клан Фолк. А чего нет-то? Поставил, чтобы... ну... не длинное видео сделать. Долбить. Видимо, на стыке окно делается. Не знаю почему. Ну что ж, господа, на этом все. А то бесконечно могу сидеть. Жмите, пишите. До новых встреч.